Подкачался. Вася, Вася, ничего Вася. Нет. Вася. Фу. Это асики. Вот, вот так, вот так, вот так, вот. Аслан! Подписали новый контракт. Уже шугаться будешь, да? Новый игрок. Это наш новый гей. Скручивайте. У нас это... Соблазнять его, соблазнять его. Группа раскручивается, бля. Порно, пацаны. Вася, укуси его, Вася. За пичку хоть. Вася, медвежок. Польку нам станцует, бля. Студия, бля, 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 за ними. Трындец, как вы завидуете, особенно ты. Дебил это. Чё, не фоткай. Фоткай, говорю, бля. Я говорю, не фоткай, наоборот. Издевательство, это уже. Это уже статья. Вася, 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 Вася. Вася, Вася, Вася. Но! Вы же, пожалуйста, скажите. Да, хуй во ВКонтакте, надо вот так снимать. Ёб, а, да? Да. Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Кто вы такие? Здравствуйте. Мы? Вы кто? Иван. Че? Че ты хочешь? Че ты хочешь? Эти мамы ключи, сейчас сломаю тебя полностью. Бал ты меня. Тебя сломать полностью? Да, пиздец уже. Тебя полностью сломать? Сломать я? А? Снимай мой рот полностью. Че ты хочешь? Руки бери. Убери руки. Бля, она пиздец как хуярит. Хочу сказать тебе, знаешь что? Вот он, вот он. У него самая мягкая попка. Вот у него. Понял? Покажи свою жопу, покажи свою жопу, пацан. Да, покажи, пацан, свою жопу. Пойдем, пойдем в сельскую. О, сельский. Сельский. А это мой сын. Да, а ну погоди. Мой сам хочешь сын. Это Бжик. Взял телефон. Салам, брат. Бывший. Салам, фаточка. А, боже мой. А это хуже. Это не, блядь. Это задрот, Counter-Strike, короче, рулит, блядь. No rule is just power. Все, я не снимаю. Прыжи, рыжи. Прыжи, это прыжи. Ебать, я не поехать на камере. Это тебе, блядь. А? Или сними, блядь. А это хуже. Она приближает, я приближу. А это Эля вон, Эля, Эля. Да, посмотрите на это. А вон вас убас. Эй, вон хоккеиста снимает. Чё? Хоккеиста снимает, блядь. Раз, два, три. Это где хоккеиста? Хоккеиста снимаю. Это что такое? О, Василий. Василий, Василий, Василий. Возвращение Путина, сын. Вася, 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 скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь, Вася. Вот это в маршрутке, помнишь? Пойдем, пойдем, пойдем с ними. Это она! Классный! Пойдем подпишем интервью видео. Крики маршрутка. Маршрутка! Пиздец, бля, они нихуя не... Вы нихуя не поймать. Давай возьмем интервью, Вася. Мы тебя берем интервью. С тобой интервью, Вася. Мы жильцы улицы Московской, 57. Против похода в геев. И против таких животов. Пивных животов. Еще что-нибудь хотите, за молодой человек? Да, будем каждый. Самый великий кет. Те самые, да? Те легендарные. Тот самый легендарный. Ты что издеваешься? Оба, оба, вот он, вот он. Сейчас вы увидите его голову. Вот он, он убрал ее. Хули издеваешься? Хули тут так мало, а? Хули тут так мало. Вася, скажи что-нибудь. Слышь, да шел ты нахуй, Вася, скажи ему так. О, да. А, дай жанечку. Да не, да не, Жан. Почему? Да скажи что-нибудь. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотим вам задать вопрос, почему в Осетии вещи дороже, чем в Пятигорске? Бля.
Бля, пацаны. Бля, вам клянусь, говорю. Это, бля, просто беспредел. Я вам расскажу одну историю. Говорят, вы брат Ромаза? Да. Как он сейчас? Какой человек? Все нормально. Вне проекта. Какой человек? Мы тусили. Мы все тусили лучше вас. Отвечаешь? Да, отвечаю. Я мамой клянусь. Лучше вот нас? Я мамой клянусь. Я мамой клянусь. Мы тусили лучше вас. Да ну нахуй. Еще не лечь. Катрин там. Вот Катрин. Катрин рыжая. Катрин, иди сюда. Жирик, бля. Грать у вас пахан Жириновский. Не, это неправда все. Заёбай, это как правда. Все неправда. А чё правда? Короче, я вам расскажу одну ситуацию. Какую ситуацию? Короче, я иду вчера, и тёлка идёт. И чё? Не, давайте я вам спою песню лучше. Давайте песню. Рома сам придумал её. Давай, говори. Братишка. Да, твой близкий чисто. Да. Говори. Люди. Не, подождите. Не. А это где Лёха? Лёху позови сюда. Вы собрались здесь все. Лёха, иди сюда, Лёха. Сейчас я спою Лёха, трек. Лёха, иди сюда. Я сейчас спою свой трек. Потом я назову свой телефон. Но не назову последнюю цифру. Какая первая тёлка? Давай заново. Заново вырубай. Я что-то...